Вот сейчас вам более подробно буду показывать и рассказывать, что нам дали. Такие две большие шоколадки Аленка, две пачки гречневой кашки, щебекинские, мои самые любимые, вот такие макарошки. Вот такие нам дали, это тоже щебекинские, это у нас ракушечки, рожки дали, потом пшеничной муки, ой, простите, как крупы пшеничной, тоже очень, мы, кстати, ее любим, вот, рис круглый, я тоже очень его люблю, и роллы с него мы делаем классные. А вот Яшкина печенька. Печеньки, печеньки, печеньки. Прям такие хорошие печеньки. Смотрите, какие прикольные. С молочком-то. Вот молоко. Такое вот 2,5. Кстати, Лера не пьет больше процента. Она не очень любит. А так каждый день, ну, мы покупаем ей молоко. Сок яблочный. Классно. Икра кабачковая, заморская, пожалуйста. Вот, что у нас тут еще? Сахар, аж три пачки нам дали, да? Чай Гринфилд. Я просто обалдела, когда увидела, думаю, классно, хороший прям такой чай в пакетиках. Скорее всего, там каждый даже пакетик запакован отдельно. Вот, потом что еще у нас тут? Кукуруза, кстати, изготовлена она в августе. Думаю, что классно будет, здорово. Потом нам дали еще вот сгущенное молоко, цельное с сахаром. И, кстати, состав я его тоже скажу вам очень хороший. Там только молоко и сахар. Вот также нам дали горошек зеленый. И тоже посмотрите, здесь дата изготовления, да, этого горошка. Ой-ой-ой. Я извиняюсь. Ну, в общем, 10 июня 2019 года, да. Подсолнечное масло тоже, вот, хорошее такое подсолнечное масло, литровое, срок годности у всех все вообще наисвежайшее. Вот, просто вот так вот. О наших детках тоже заботятся. Спасибо большое. Спасибо за помощь. Вот так. Как-то так, ребятки.